Новые умовы для инвестдоговору теперь принциповые. Городские улады чекают, что на месте былого Могилевского дома быту разместится администрационный деловый центр с паркингом. Вариантов шмат. Это может быть и гостиница, и банк, и сучасный объект громадского харчевания. Отсутствует нормальное транспортное обеспечение. А административно-деловая функция, она не предполагает значительно транспортной нагрузки. Потому что были предложения использовать как торговлю, что может быть наиболее интересно для инвестора. Но вместе с тем торговля характеризуется в том числе и огромной транспортной нагрузкой. Лёс былого Могилёвскага домабыту вырашаецца даўно. Нагадаем, некалькі гадоў таму яго прадалі інвестыцыйнай будаўнічай кампаніі «Александроў Груп». Планавалася, што пасля рэканструкцыі ён будзе зноў выкарыстоўвацца па прызначэнні. Аднак інвестор не выканаў абяцанні і пачаліся судовыя цяжбы. І вось зусім нядаўна дом быту зноў зарэгістравалі як гарадскую маёмасць. І цяпер у гарвыканкаме прымаюць усе меры, каб гісторыя не паўтарылася. На аукцыёне іграе большае значэнне цана. Объекта, по которым будут продаваться. Поэтому вопрос наибольшей цены, ну вот он у себя в данном случае не оправдал. Поэтому сейчас, конечно, безусловно, рассматривается вопрос не столько цена, сколько то, что здесь будет. Безумовно, дом быту с земельным участком – это каля гектара, у центра города – принадный кавалочек для бизнесменов. Тому при поступлении двух и больше заяв от инвесторов теперь будет проведен конкурс проектов. Катерина Городницкая, Миколай Соболев, «Новини регион».